Сборная Московской области заняла третье место в открытом чемпионате по масс-рестлингу. Он прошел в Твери. Двое участников защищали на соревнованиях честь «Люберец». Евгений Петров выступил в весовой категории до 105 килограммов. В личном зачете ему удалось завоевать бронзу. Еще успешнее выступил люберчанин Рустам Мухиддинов. В той же весовой категории он признан самым сильным спортсменом. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.